сегодня день герба и флага Москвы. Именно поэтому мы приехали в музей рабочей и колхозницы. Вот он. Образ рабочего и колхозницы является символом советской эпохи. Автором скульптуры является Вера Мухина. Скульптура была создана на выставке в Париже в 1937 году. И из Парижа скульптура была перевезена в Москву. Замысел скульптуры принадлежит Борису Иофану. Сегодня день памяти святого мученика Георгия Победоносца.